Шардаринское водохранилище даже зимой остается одним из часто посещаемых мест горожан. Шардаринцы ловят рыбу, набирают воду или же просто прогуливаются вдоль берега. Поэтому напомнить о безопасности будет не лишне, посчитали местные спасатели и вышли в рейд. Мы разъясняем местным жителям правила поведения на воде и во время ловли рыбы и вообще при посещении водоема. Эта проблема для нас остается актуальной. Так, только в прошлом году в нашем водохранилище утонуло 9 человек. Одна из главных причин несчастных случаев – грубое нарушение правил безопасности. Поэтому мы раздаем жителям города памятки с инструкцией, как вести себя в водоеме, чтобы посещение водохранилища не закончились трагедией. Один из последних несчастных случаев, зарегистрированных в водоеме, произошел чуть больше месяца назад, в декабре прошлого года. Тогда в результате опрокидывания лодки здесь погибли два рыбака. На поиски тел погибших ушло 2 недели. Поэтому, предупреждая об опасности, которую несет вода, спасатели обращались в первую очередь к тем, кто занимается рыбным промыслом. Да, на самом деле было несколько случаев на моем веку, что люди утопали во время зимнего льда, получается. Сам предупрежден, ребята тоже предупреждены нашими спасателями чердаринскими. Что еще можно сказать? Просто будьте аккуратнее. Близко к берегу не подходить, стараться рыбачить подальше от льда. Что еще? От скользких камней подальше держаться. Еще одна категория шардаринцев, с кем побеседовали спасатели – местные дети. Они также часто посещают водоем. В этом году озеро не мерзло, отмечают специалисты, но именно лед часто таит опасность. Многие шардаринцы зимой отправляют детей за водой. Они приходят с флягами, разбивают лед, который образуется у берега. Лед под ногами может разбиться, и ребенок упадет в воду. Никто этого даже не заметит. Поэтому нужно соблюдать правила безопасности. Об этом написано в наших памятках. Запомните их обязательно. С профилактическими целями шардаринские спасатели планируют посетить и другие водоемы района. Такая работа, надеются специалисты, поможет сократить число несчастных случаев на воде в этом году. Данияр Худайбергенов, Марат Давлетов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».